74-летняя жительница города перевела на счет мошенников 360 тысяч рублей. Причем схема действия злоумышленников оказалась банальной. Они позвонили женщине на сотовый телефон и представились работниками одного из банков России и сообщили о выигрыше в размере 300 тысяч рублей. Для того, чтобы их получить, они предложили приехать пенсионерке в Москву, в главный офис, или же открыть банковскую карту и подключить к ней услугу «Мобильный банк». Поддавшись уловкам мошенников, потерпевшая открыла счет банковской карты и направилась к банкомату. По указанию произвела все операции, а чуть позже выяснилось, что с ее банковского счета исчезли деньги.